бабушки. Ну, да. Где обычно мы ездим? Туда, в самый конец, я имела в виду. А там не знаю. Нет, там. Там стрёмно. Все вышли сегодня. Все в магазин. Вчера же ничего не работало просто. Вообще все же закрыто было вчера. Вчера, кроме как заправки, и что еще? Все. И Starbucks работал один до, наверное, до трех. И все, больше ничего не работало. И заправки были. Сейчас сегодня вся, сейчас все в Starbucks. У него еще колеса туда, да, выпячивают. Как это называется? Он еще один. А зачем это делают? Кого? Колеса, когда... За стиль. Это стиль такой, колхозный стиль. Ну, он же тоже рыбу сделал. А, да? Чуть-чуть. Тут рыбу продают, но я не знаю, вкусно она или нет. А, на которой тоже. А вот эта девчонка? Которая в Кайзере работает, да? Интересно, а что там сейчас в горе наверху? Лучше проедемся туда. Лучше проедемся туда. Чего? Поехали туда, в гору. А потом не съедем. Но мы не поднимемся туда. И не съедем оттуда. Все на пикапах.
Мы тут один, вон там еще мы седан только один стоит. На седане, да, все на пикапах. Пикап занесло много. Пикап, не знаю, как мы сейчас поедем. Потому все пересели на пикапы. Вон сегодня что делается. SUV пикап очень мало седана, еще один пикап. Сейчас засыпет. Аккуратно он скользит, по-моему. Колесо это правое. У него так колесо скользит, как будто сейчас отвалится. Честно. И тут где-то пальма еще будет стоять. Потому все на Тойотах Форраннерах ездят, но и на пикапах. Thank you.
больше снега, чем у нас. Это же уже мы в горах, да? Ну, не совсем высоко, конечно, но в горах. Ребята побежали бегать будут. Ох, сколько много снега. В очках, ух ты. А они с горки оттуда бегут. Бегуны. Гуляют все на улице. Снег, знаешь, так по приколу. А мы еще не были. Нам надо тоже еще на улицу пойти погулять. 35-е там. Все стоят, даже не едет туда. Ага. Ой, он стоит там, нет, там высокая. Ага. Не едет? Ну, класс. Все, мы застряли. Надо лопату с собой брать, чтобы откапываться. Там как-то вниз очень сильно гора, поэтому... Там пикапы стоят. Там пикапы стоят, то есть мы там вообще не съедем на своем седане. Мы не готовы к зиме, получается. Надо SUV и полноприводная, all-wheel drive. Все. Хотя бы одна машина. Так хочется заехать туда наверх. Дома посниматься снегом, но мы же не заедем. Ну, а если заедем, то не съедем. Можно съездить поснимать домик. Вот красиво. Ох, почтальонам сейчас классно. Но у них тут много, а у нас нету там. Это что же город? У нас нету столько сегодня. О, дом строят.
еще один построили. Дома строят здесь. Ох, красиво, как со снегом белый дом. Красота такая. А что тут, то парк или гольф? Белый дом со снегом очень красиво смотрится. А, я думала, тебе домики покажу. Только я не помню, где новая квартира. Но я не помню, где это. А туда уже ты не проедешь, потому что когда я покажу. Они, по-моему, чуть там дальше. Ну что, я уже проголодалась. Анжела-то им выписывает. Что